Сегодня варим варенье из черной смородины пятиминутку. Берем большой стакан смородины и столько же будем песка, чуть-чуть побольше. Высыпаем, переберем сейчас, веточки оторвем, чтобы она была чистенькая. Вот она чистенькая у нас вся на огороде собрана, какая крупная, как вишня. Веточки, листочки уберем. Вот она у нас чистенькая. Пересыпаем в миску. И столько же кладем песка. Вот стакан. В этот стакан насыпаем песка. Стакан засыпаем. Смородину надо побольше. Значит, еще половиночку насыпем. Ну, вот столько хватит. Засыпали и ставим на мелкий, на медленный огонь, на плиту. Делаем медленный огонь и ждем, сейчас она даст сок, и будем тихий огонь сделаем. Варенье закипит, будем снимать пенку, а сейчас пока песок растворяется, мешаем. И как закипит, 5 минут варим на тихом огне. Пусть постоит на минутки 3. Сюда будем пенку сливать. Эту пеночку снимаем. Ну как не закипит, сейчас закипит уже. Вот, варенье закипает. Теперь убавляем, тихий огонь делаем. И снимаем пеночку. 5 минут засекаем. 5 минут. Пеночку можно использовать с чаем, очень вкусно. Пенка сладкая, вкусная. Аромат пошел по всей кухне. Черная смородина, витамины. Кладезь витаминов, черная смородина. И все эти 5 минут помешиваю. Помешиваю и снимаю пенку. На 2 минутки можно подождать. Снимаем последнюю пеночку, которая тут есть. 5 минут прошло. И выключаем. Все.
Варенье готово. Пятиминутка готова. Наливаем ее в блюдечко. Оно горячее, оно жидкое. Застынет, оно будет уже густое. Ну, будем чай пить, наслаждаться. Варенье готово. Приятного аппетита!